Гомель 50-х годов прошлого века на фотографиях. В Центральной городской библиотеке имени Герцена презентовали выставку «Город, который возник из руин». В экспозиции любительские снимки начинающих фотографов, которые в то время занимались в специализированном кружке. Эти фото сегодня принадлежат двум коллекционерам – Александру Веснину и Игорю Штермеру. На черно-белых фотографиях гомельчане, здания и транспорт, плакаты и вывески. Многие места хорошо узнаваемы. Под каждым снимком есть комментарии. А в выставочном зале Гомельского областного центра народного творчества открыли персональную выставку живописи Ольги Копачевой. Художница приглашает всех на арт-прогулку. Гомель, Париж, ночной Будапешт. Экспозиция переносит в мир цвета. Геометрия улиц и архитектурных находок завораживает и останавливает возле каждой из работ. Это своеобразное отражение в картинах профессиональной деятельности Ольги Копачевой. Художница работает архитектором на одном из предприятий Гомеля. Презентация нашумевшего фильма белорусского производства «Упыри» прошла в Гомеле. Так, что нам расскажет Википедия? Упырь – это общеславянский мифологический персонаж, заложенный покойник, встающий по ночам из могилы. Он вредит людям, скоту, пьет их кровь, наносит ущерб хозяйству. Походу, это что-то среднее между вампиром и вурдалаком. Но нужны подробности. Идем в кино. Представить картину приехала целая творческая группа. Режиссер Андрей Гринько, продюсер Виктор Лобкович и актер Андрей Карака. Кинолента сочетает в себе несколько жанров – хоррор, триллер, ужасы и ироническую комедию. И это все приправлено аутентичными белорусскими поверьями и легендами. Действие картины разворачивается в лесной глубинке на берегу Тайного озера, где раз в году в купальскую ночь просыпаются злые мистические силы. Прокат фильма «Упыри» пройдет в гомельских кинотеатрах «Мир» и «Минион», а также во всех цифровых кинотеатрах региона. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. 25 ноября в городском центре культуры состоится концерт известного гомельского джаз-ансамбля Александра Гулая. Зрителей ждет погружение в мир ритм-энд-блюза, соула и фанка. Начало в 19:00. Тем временем оду движению российского художника Ивана Тарасюка представят в Гомеле. Одноименную выставку откроют в картинной галерее Гаврила Ващенко 27 ноября. Иван Тарасюк работает в самых разнообразных видах и жанрах изобразительного искусства. Своих героев мастер окантовывает темным контуром, при этом не сковывая их в движении. Актеры, прохожие, цирковые артисты бегут по улицам, играют на музыкальных инструментах, крутятся в колесах. Эти шедевры, мне кажется, стоит увидеть вживую. Главный дирижер и художественный руководитель камерного хора Гомельской областной филармонии Елена Соколова готовится отметить 30-летие творческой деятельности. Конечно же, концертом. Бенефис состоится 28 ноября на сцене колледжа искусств имени Соколовского. 29 ноября на очередной уютный вечер гомельчан и гостей города приглашает картинная галерея Гаврила Ващенко. Обещают, что разговор пойдет о самых интереснейших случаях, связанных с известными картинами и их авторами. В этот же день симфонический оркестр Гомеля сыграет вновь мировые саундтреки на сцене ОКЦ. В программе лучшие композиции из современных мультфильмов и фильмов, которые уже стали классикой мирового кинематографа. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Евгений Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».